И я вас приветствую на самом добром событии сезона – матче «Открытые сердца». Кстати, уже в седьмой раз. И в седьмой раз собираются хоккеисты Югры и настоящие бойцы. Ребятишки с ограниченными возможностями здоровья становятся одним единым целым – настоящим хоккеистом. Какие у вас впечатления о сегодняшнем матче? Просто огромный спектр эмоций не описать. Мне очень все нравится. Борьба очень плотная, однако. Дима, ты сегодня играешь со своим любимым игроком Александром Акмальдиновым. Нравится тебе такой напарник? Ты ведь так давно его хотела с ним сыграть вместе. Конечно, тем более, что он опять же играет в Югре очень давно. Я очень рад с ним сыграть. Он мой кумир. С детишками пообщались, приветствовали друга, где-то их поддерживал во время матча. Ну и большое им спасибо, что пришли. Жанет – медиа-волонтер, и она уже человек опытный, знающий, подготовленный. Сейчас проведет интервью с нападающим, и не просто нападающим, а одним из лучших форвардов нашей команды – Егором Степановым. Давай начнем. Сегодня мы зададим несколько вопросов игроку хоккейного клуба «Югра». Итак, помните ли вы самую первую вашу игру в хоккейном клубе «Югра»? И какая она была? Да, помню. Это была победная игра, первая в сезоне, вот в этом сезоне, в Тюмени она была, с Рубином. Мы тогда выиграли со счетом 2-0. В наше время доброта – один из самых таких главных эмоциональных качеств, которыми надо делиться. Вот. И сегодня я рад, что у меня получилось прям отдать эмоции детям, которые в этом очень сильно нуждаются. Вы прекрасно понимаете, что это за матч, вы прекрасно понимаете, что у нас за дети. Ребят, спасибо огромное. Если честно, это зачтется. Пусть и сейчас вы обязательно. Спасибо огромное вам.